Политактивист, я таджик и самбист. Был подписан на рип, клеил чит, делал без. Обычный тип стал демоном и чуть ли не декабристом. За испуг до 5 лет почти как за убийство. Здравствуйте. Все отлично, брат, ты как? Салам, обич, салам, брат. Салам, бро, салам, бро. Как сам? Здравствуйте. Все-таки уважительные, как бы мне нравится. Тоже всегда стараюсь им на вы. Ну, как бы, я считаю, хорошее воспитание, то очень, очень ценно. Здорово, Фарик, как сам, брат? Он, Фарик, братишка, молодой талант. Будем пытаться, братика, чтобы это... Ну, попытаюсь, может, помочь чем-то братику, как бы. Похудел, да, брат, пиздец, смотри, у меня... Кубики, мать. Привет, солнце. Блять, батл с картретом, только представь, видели, что этот керамбит идиот вообще? Бля, у меня просто слов нету. Какой он, сука, идиот, блять. А в Пятихе не, брат, я на Кутузь живу, как бы. Ладно, сейчас не буду показывать. Ну, посмотри другие эфирки. Пиздатый вид, как бы. Вот, видели этого дебила керамбита, который просто сейчас кричал, что я у нее там что-то на финале РБЛ после батла полчаса ему высказывал, какой я его фанат там. Просто такого напиздил, говорит, бро, свидетель, бро, говорит, ебать, да он типа торчит, походу, на чем-то. Ну, как бы, если хотите поугарать, гляньте в Твиттере, это пиздец вообще. Как так, сука, опозориться надо было этому дебилу? Бля, я знаю, вы и так, наверное, нахуй не знаете, кто такой керамбит. Блин, чемпион по антипросмотрам на батлах. Там еще этот дебил и дипэксэнс сразу что-то подпёс. Бля, какие, сука, идиоты. А, братик, Канобич купил шмот ХФ уже неделю. Брат, напиши мне в личку, как бы, да решим, не дело. Думаю, что-нибудь ответит. Бля, братан, если ты не знаешь, нахуй тебе как бы звёк, керамбит, это такой дебил, он, бля, обиженный на версу, там вечно всех срёт. Ну, просто, когда я батлил с Хованским, мы как бы были, ну, это на РБЛ были, я пришел туда к ним, в гримерку, и они такие все сидели, все мне руки тянули, как бы улыбались, а потом они все такие, типа, блядь, засирали. Я говорю, бля, а чего вы мне тогда ничего не сказали, как бы? Да, блядь, такой чё, да я просто в шоке, блядь. Знаешь, вот как вот, сука, таким пиздоболом можно быть? Вот, знаешь, если бы не были под следствием, блядь, можно было за это пиздобольство все спросить, как бы, понимаешь? По батлю бы, не, Огил вообще ровный. Я вот, блядь, приду, посмотрю, как он этого керамбита, блядь, разъебет 14 числа. Не, ну там, конечно, хуй знает, что там судьи, блядь, но керамбит вообще мертвый, нахуй. Да он долбоеб редкостный, блядь. А, причем, бро говорит, бля, он, да он ебнулся. И он так, бро тоже пизда, блядь. Ты сам, ну, как бы, приплел бро, бедный. Я ему пишу, братан, ну уж прости, как бы, что я тебе, ну, понимаю, ты сам не хочешь быть свидетелем, блядь. Че, дошки, не, братик, макарошки по-флотски, но классика, брат. Да, брат, ни одного, я тоже, вот, брат, вот, я его в один батл посмотрел с ПМом, потому что готовился к ПМу, я ему говорю, я ему единственное сказал, что, типа, мне кажется, ты выиграл. Он такой, еще полчаса ему расскажешь, что его фанат, я говорю, какой нахуй фанат, даже нахуй не знаю, кто ты такой, блядь. Пришлось его пробивать, я посмотрел, у него 13 батлов, из них 6 поражений, все батлы по 48 тысяч, по-моему, просто вот я меньше не увидел, бля, вот его нахуй никто не смотрит еще. Собираем урожай, брат.
Что случилось с керамбитом? Брат, говорил, он там просто ёбнулся. Я не знаю, у него шиза, походу, но, я не знаю, он под бумагой был, там глючило. Не, брат, я не очень силен в готовке, так сказать. Это мне одна девушка приготовила. Не, ну я могу приготовить там, знаешь, что-нибудь рыбку, мясо, так, знаешь, в духовке, там, бифштекс пожарить. Ну, как бы я, это, ну так, это, блядь, любой мужчина должен уметь, мне кажется. Что ты насыпаешь, голова, братик, не знаю, что тебя если... У нас тоже брат разъеб снегом. Брат, обещал концерт в Самаре, видишь, Хацкий, ну, лоханулся, брат. Как бы все претензии к нему. Да, никакой нахуй фитнес больше техники. Да, Ева приготовила. Фит чемодан, да, как-то мы не особо не общаемся. А, братик, ну так, в последнее время так в зальчик хожу, но я тут, у меня что-то, бля, вот, после сентября у меня такой пузо, я на эти батлы ездил, пиво пил, как бы, ну, вот хотелось подскинуть, сейчас вот на той неделе начал басик ходить опять, ну, так, грушу бил, подкачиваюсь чуть-чуть, ну, а так, не особо, ну, как бы, так уж, простите. С Олегом полюбэ, брат. Спасибо, брат, один раз. Топовая. Если кто не слышит, послушайте про Леху. Личная песня. Доброго вечера, брат. И куда я водичку проебал? Вам придется подождать. А, вот она. Блять, да не, брат, ну я сейчас отключусь, еще скоро все-таки кушаю. Там надо к батлу готовиться. Бля, вот знаете, я хочу сказать, а я теперь понимаю, почему там все на РБЛ, ПМ любят. Потому что самый приличный, походу, чувак, ну как бы не сам, ну там есть приличные ребята, не вопрос, но как бы взять эти DPXNs, керамбиты, еще ебнут, такие дебилы, блять, ну знаешь... Пьем, как бы мы с ним бан, ну приличный парень, как бы. Хоть я его там цеплял, подъебывал, как бы. Действительно приличный, ну, парень, как бы, ну. Там, ничего плохого про него, как человек, вообще не могу сказать, понимаете? Ну, бля, ну вот эти два дебила, это просто нахуй. А как в фильме Стас? Ну так там, я чуть-чуть, мне, я не знаю, заплатили хорошо. Был в Польше влюблен в Юлю соседнего подъезда, да, брат. Как относишься к Украине? Очень люблю Украину, брат. Очень люблю, очень. Ну, не сказать, что переживаю, но очень расстроен из-за конфликтов России и Украины. Я считаю, что мы как бы всегда были братьями. И... Ну, остаемся братьями. Вся эта политика, как бы, дело гнилое, как бы. Но нам до этого дела нет, правильно. Вот. Куда пропал ТГК, брат, не имею понятия. Они что, пропали? Фильм называется «Большая поэзия». Его снял Лунгин младший. Это сын очень пиздатого режиссера. Лунгин старший считается очень респектовым чуваком. Но это его сын. Он как бы тоже респектом. Но просто, ну, за старшего можете у родителей там спросить. Наверняка они его знают. Ну, мы с Гуфом, что-то как-то он со мной не на связи в последнее время. Когда я на Хонт тут ушел, не знаю, что-то на меня так это. А как в ФФ попасть? Брат, надо заработать. Шучу. Это, братик, ну, надо быть ровным чуваком, как бы делать нормальный рэпчик, и все у тебя получится, брат.
Я тебе так скажу, что как бы я вообще, ну, так, в Haunted лишь потому, что Кизару, как бы, один из самых ровных чуваков, который я видел в русском рэпе. И я просто видел, как он к своим пацанам относится, и как он всех поддерживает, и насколько он лояльный чувак, и, блядь, ну, как бы, если с кем-то делать, то только с таким человеком. Как бы, вот все. Все только самое хорошее могу про него сказать. Как бы... Хат за брат. Хат как хат, куту за брат. Ну, как бы, ну, блядь, да. А любимый фильм, вообще, бля, наверное, самый любимый, значит, три любимых. Мне нравится «Схватка» из 90-х фильм, про как они банки грабили. Вообще обожаю этот фильм. Я в Америке в кино смотрел еще. Думаю, татуху бы, может, какую-нибудь с этого набить. Потом мне нравится очень «Форрест Гамп» охуенный фильм. Просто настолько интересно смотрится. И мне нравится, как там пересекается, знаете, они историю Америки так связывают. Типа, везде вставляют, как он там с Кеннеди. Ну, известные моменты всякие, как там открывает первую школу для черных. И туда его вставили. Ну, очень шикарный фильм. А еще мне нравится «Апокалипсис», какой, сегодня или сейчас, ну, короче, про войну, который с Марлон Брэндо старый. Очень люблю этот фильм. «Зеленую милю» смотрю. Я вообще, брат, ну так, я знаю кино, очень люблю, и как бы большой фанат, и «Заводной апельсин» смотрю. Я все смотрел, брат. Ну, как бы, то, что вы смотрели, я все смотрел. Бро, почему, наверное, я дал голос за «Алфавита»? Ну, я как бы говорю, вы просто так думаете, что... типа, отдал голос за «Алфавита», значит, «Млечный», типа, лох. Ни в коем случае, они оба охуенно сделали. Очень сложно выбрать, как бы, знаете, мне бы не хотелось на тот момент вообще быть судьей. Ну, надо выбирать проигравшего. Я говорю, просто у «Алфавита» мне показалось, чуть толпу удалось лучше выиграть. И у «Млечного» пару строчек как-то не зашло. Я говорю, это мелочь, но за что-то надо было выбрать, как бы. Просто мне кажется, что те темы, которые «Алфавит» выбирал, вот если бы он мне читал, мне было бы неприятно, как бы. Вот. Я тоже в детстве там денег должен был, и всякую такую хуйню, как бы. Может, поэтому, как бы, на меня это так, это... Да я, братан, пацаны, мягкая машина. «Лицо со шрамом». Но я тебе скажу, брат, мне вот честно, с Аль Пачино и старых, ну, не считая вот этих «Схватков», не такой старый, мне больше «Путь Карлито» нравится. Не знаю, он прям как-то мою жизнь напоминает, нахуй, не хочу как бы там. Ну, я, конечно, немного это, ну, приукрашиваю, но просто, ну, да, вот как ты вот с улицы пытаешься уйти, и, блядь, она тебя тянет обратно, ты не можешь просто с этого говна вылезти, знаешь. Бля, очень сильный фильм «Путь Карлито», очень мне нравится. Намного больше, чем «Лицо со шрамом». Хотя «Лицо со шрамом» тоже очень нравится. Вот «Ирландец» у меня скачан, я как-то его включал, но пока не успел посмотреть. Вот сейчас смотрел отличный сериал, такой типа триллер-мистика, «Дом с прислугой». Я такое люблю дерьмо, знаешь, чтобы прям, ну, сидеть, влипнуть как бы в эту хуйню там со всеми деталями. Ну, такой мрачный, тихий там. Вот я такое люблю. Отличный просто сериал. Три серии только вышли. И вроде, причем идея не то, что какая-то супер новая, но вот детали решают, как бы. Вот именно детали, съемка. И играют отлично, как бы. Потом сейчас сегодня смотрел, пока там писал тоже к PM. Смотрел этот. «Видеть», знаете, этот новый сериал сейчас рекламируют везде. Ну, видеть не, он смотрится ничего. Я таки не очень люблю, как до последней. Хотя, смотрю, смотрится реально прикольно. Хотя, знаете, ну там про слепых, типа там апокалипсис в будущем, там все слепые, знаете, вот эти драки все слепых там, и как они кидают, ну это полный бред. Вот, но при этом, и обычно как бы я такие фильмы не могу смотреть, но при этом довольно интересно смотрится. «Острые козырьки», я начинал смотреть, довольно-таки неплохо, у меня мамка вроде его смотрит, вот, ну, мамка любит сериалы, там, тоже советую, стараюсь ей, когда заезжаю, советую что-нибудь, вот, «Острые козырьки», нормально, этот, первый сезон я посмотрел как-то, я, знаешь, вот, во всех сериалах обычно только первый сезон хороший,
Не считая вот прослушки. Вот прослушку я смотрел, вот прослушка лучший, блядь, сериал по мне, как бы, я его смотрел раз в пять на английском, на русском, как бы. Да, вот единственное, в начале второго сезона так не очень, но потом все равно интересно. Козырьки прикольные, не вопрос. Ходячие мертвецы, не, не смотрю. Братуха мой, коч смотрит, я не смотрю. Вот менеджер смотрит, обожает этих мертвецов, я не смотрю. Здорово, левша, брат, как сам? Угу. Пули топ, брат. Пули топ. Так сказать, культурное кино. Еще если культурное кино любите и любите фильмы про хип-хоп, могу вам посоветовать. Я уверен, многие из вас не смотрели. Для нас это был просто пиздец. А в 90-е мы его посмотрели. Был мелкий совсем, были в шоке. Это французский черно-белый фильм «Ненависть». Такой там еврей, раб и негр, короче. Охуевший фильм. Охуевший. Вот это культурное кино, как бы. Знаете, вот хотите культурное дерьмо, посмотрите, там и мысль, как бы. Ну, вообще там все, диалоги. Ужасы, ну, люблю так. Но их мало хороших. Вот. А еще мне очень нравится, не знаю, вот сейчас приходит в голову, «Старикам здесь не место». Шикарный фильм, шикарный. Это Хавьер, вообще клевый актер. И вот этот усатый, который от него бегал, не помню, как его зовут, как этот актер, тоже шикарно играет. Знаете, все так до мелочей, там так... Там они даже почти не разговаривают, но ты все так понимаешь, вот эта вот игра вот решает, знаете. «Ненависть» охуенно, бля. Если кто-то смотрел, большой респект бы от всем, кто смотрел это. Как бы для меня это, знаете, в детстве посмотрел, перевернуло что-то. Вот, да. Больше всего на меня в детстве повлиял, наверное, «Детки». Сейчас что-то начал его смотреть, по-моему, какая-то хуйня, знаете, не могу смотреть. Но тогда я посмотрел этот фильм, где они там трахаются, там, знаете, травку курят, там на скейте катаются, вы чё. Я посмотрел в 6-м классе. Я охуел. На правом плече, брат. Это из фильма «Гладиатор», брат. Помнишь, там был такой ветеран-гладиатор, который типа вышел с этой, как сказать, не с пенсии, но ты понял, чтобы подраться специально с этим. Вот. А это он, брат. Там еще лев был. Бля, мне кажется, это лучший момент в фильме, как бы. Очень пиздатый. Драка снята сама. Хотя фильм, я не скажу, что я в полностью в восторге от этого фильма, но вот эта сцена прям очень мне. От души, братик. А на что именно, брат, равняться? На что не равняюсь, на кого равняюсь? А кто по образованию? Брат, менеджер. Ха, бля, кем я могу быть? Какой именно, брат? Нет, «Три спартанца» мне не пошло, он слишком долгий. Там просто вот он долгий. Там эти спецэффекты. «Крестный отец», брат, шикарный фильм. Наизусть знаю все три части. Даже не могу выбрать любимую. А первая охуенная. Вторая мне очень нравится, где Роберт Де Ниро типа играет молодого крестного отца. И третий, где, конечно же, этот... Блять, забыл, как этого актера зовут, известного, ну, который этого еще играл, в один из друзей Оушена, владелец казино. Там он молодой, этот лютый итальяшка, который всех ебашит, красавчик. Трое заебись. Трое все знают, что-нибудь надо такое. А вот что вы не слышали, если любите, знаете, что-нибудь такое, голову поломать. А, блять, охуенный фильм «Связь», короче. Вот я вам советую, все фильмы, которые я вам советую, ну... Не читайте, как бы, описание, трейлеры не смотрите, просто включайте, смотрите, вам понравится. Книгу Илая смотрел, охуенный фильм. Виктория, брат. Пожизненный срок, знаю, брат, на английском давно это смотрю, ну, что-то так все. Брат,
«Зодиак» – один из моих любимых. Вот именно, ты знаешь, там три версии этого фильма, по-моему. Вот именно версия, где с Дауни и этот Джилленхол, да, охуевший фильм. Вот я говорю, вот я люблю вот эти мрачные, детективные. Еще есть на реальных событиях. Вот «Зодиак» прям вот мой идеальный, знаешь, вот. Обожаю этот фильм, брат. Обожаю. Причем, знаешь, вот там настолько еще этот ужас передается. Вот когда он эту парочку там возле озера связал, и такой, все будет нормально, все нормально. Потом их начинает ножом резать. И там даже крови, по-моему, нет в кадре. Но это так, сука, неприятно смотрится. Прям, бля. Ну, классный фильм. А кого сейчас слушаю? Не знаю, из современных нравится «Сос Вака». И этот, «Песо Песо», да? Не, «Человеческая многоножка». Ну, я знаю этот фильм, но я такое говно не смотрю просто. «Город грехов» пиздатый. «Город грехов» вообще. А еще знаешь, какой охуенный фильм? «Темный город». «Темный город». Причем он вышел в один год с «Матрицей». И даже, по-моему, чуть раньше. Я тебе скажу, я посмотрел сначала «Темный город», а потом мне «Матрица» вообще не зашла. «Темный город» – вот это дерьмо сильно. Персонаж, по-любому. Собираюсь на Кубе. Но 14-го хотелось бы прийти. Надеюсь, смогу. «True Detective» смотрел. Смотрел. Ну, как бы первый сезон, да, отлично. Ну, концовка не очень. Не знаю, из сериалов детективных могу выделить больше всего это «Той ночью» про индусика. Пакистанцы. Хуевший сериал тоже, блядь. Просто вот побольше ставчика, просто включайте и смотрите. Ни в коем случае не смотрите трейлер, не сюжет, просто вот «Той ночью» включай, смотри, гарантирую, как бы. Ну-ка, бля, «Пираты Карибского моря», ну да, он так развлекательный, братан, но я тебе скажу, вот реальное дерьмо. Если любишь фильмы про пиратов, хочешь пиздатый фильм про пиратов смотреть, охуенный старый фильм «Остров головорезов». Пау, просто пушка, брат, просто пушка. Вот, и я его как бы, охуенный сериал «Универ», ебать. А «Менталиста» что-то, блядь, не знаю такого. Может, на английском я смотрел, бля. Брат, я по футбольчику не силен. Да и мультики я не смотрю уже с 12 лет. Знаю, я вообще не могу смотреть то, как бы, где я не набираю знаний, типа. Поэтому не люблю эти все фильмы про супергероев. Знаешь, если люблю фильм там на реальных событиях, там хоть что-то там несло, какую-то информацию. «Ликвидация» что-то знакомо. «Выстрел в пустоту» охуенный, да, охуенный. Ну, не сказать, что 5 с плюсом, 4 с плюсом я бы ему дал. Немного скучноват, как бы, но, бля, очень неплохо. Вообще про тюрьму мне нравится фильм, не знаю почему, а охуенный про тюрьму, как-то «Пророк», очень жесткий, и этот, самый мой любимый «Загон для собак». Бля, вот «Загон для собак» просто сильное дерьмо. Там этот чувак, который... там три, по-моему, пацана. Там малой, потом которого отпетушили, и типа этот старший, ну, повыше. Здорово, брат, как сам. И вот этот старший так играет. Вот его вот это все время крючит, знаете. Вот которого доебали, он еще потом кружку этого чела отпиздил. И в конце, когда они этот побег начинается, он просто выбегает в этот во двор, и, бля, вот знаешь, вот насколько видно, вот это передается, мы что, ему даже дальше не надо бежать, на самом просто выйти из этого ебаного помещения, что они в натуре как собаки там загнаны, блядь. Просто выйти на во, и он прям выбегает такой. И вроде вот она, свобода, этот, ну, глоток воздуха, и сзади охранник, на ему ногу, блядь, и пиздец обратно тащит. Охуевший фильм, охуевший фильм. Ну, кстати, если хотите, если любите криминал, всем зайдет, кто любит криминал. «Восхождение пехотинца», пух, бля, очень сильно. Там на этом, по-моему, на минуте 5-7 такая сцена в метро, нахуй, с дракой с фанатами. Первый раз смотрел «Бит», я вообще охуел, блядь. Вот это сильное дерьмо. Как бы «Восхождение пехотинца», там две версии в интернете. Одна
Перевод вообще бредовый, вообще не понимаешь, в чем фильм. А второй такой более получше. Как бы, надеюсь, он удастся его найти. Леон смотрел, конечно. Пулис уже обсуждали, брат. Еще пиздатый фильм мне нравится. Старый был французский, этот Доберман, может кто-нибудь помнит, был такой. Там этот Маню был. Ям-ям, член пристрелили. Около футбола, смотрел, ну шляп, брат. Я говорю, посмотри, брат, если тебе понравилось около футбола, то смотри «Восхождение пехотинца». Вот это реальное дерьмо, как бы. Ну, без соплей, без сладкой хуйни, как бы, «Восхождение пехотинца». Любите криминал, любите про фанатов, это ваше дерьмо. Да нет, брат, да, так. Не, ну, я 4 дня, наверное, конечно, да, не снимался. Там посмотрел с Томом Хэнксом, ну, так, да, неплохо. Что про Гилберта Грейпа, да, где у них эта мама провалилась сквозь этаж, да, смотрел «Запах женщин», «От заката до рассвета», «Апокалипсис сегодня», «Бешеные псы». Знаете, все смотрел, брат, все смотрел. И как я уже сказал, «Апокалипсис» вообще в тройке моих самых любимых фильмов. Что насчет «Клад Сопрано»? Ну, начинал, но как-то не могу. Я люблю что-нибудь посерьезнее, мрачное такое. Название фильма про пиратов — «Остров головорезов», брат. Остров головорезов. Если вы любите приключения, как бы, пират, вот там прям, знаешь, скальпы снимают, карты сокровищ, прям классика пиратская. Не знаю, я просто люблю вестерны, и про пиратов тоже очень. Ты не видишь человек, брат, ну я смотрю серьезные фильмы, ну как бы хуй знает. Как бы, ну я не знаю, спроси, бля, я все смотрел, брат. Ну, «Викинги» начинал, но мне не зашло, блядь. Что-то он слишком дешевый какой-то. Челябинск, респект, брат. Пила, не, не понравилось. Я, знаете, я помню, как-то я этот... По-моему, это вторая пила была. Я в институте тогда учился, я что-то ехал убитый в институт и думаю, ну, подзабить, короче, надо этот. Первую пару или две. Ну, короче, такой, ну, нахуй, поеду в кино лучше. Поехал в МДМ. Тогда еще был этот Московский дворец молодежи. Я учился на проспекте Вернадского. Ну, знаете, по пути... И я помню, убитый, захожу, и там это пила 2, короче. Я один еще такой. Ну, в смысле, не один в зале, но я один, в смысле, без никого. Ну, и думаю, такой, смотрю, и там этот второй, не помните, может, как начинается, там два чувака тоже просыпаются в этой хуйне. И один чувак там камнем прям начинает себе эту ногу отламывать. Я помню, убитый, я смотрю эту хуйню, там начинается это бам-бам, он эту себе ногу отрывает, и я просто... Смотри, думаю, же нахуй я сюда пришел вообще. Она нас в экспресс смотрел, братан, ну о чем ты говоришь? Идет русский, я по-русски не очень современ, больше по старым русским. Потому что, ну, новые русские, они все какие-то, ну, очень противная картинка, знаешь. Вот не могу про это бухло смотреть, эти рожи, как бы, ну, неприятно. Место встречи очень люблю из старых. Вот начал недавно смотреть «Москва слезам не верит». Бля, очень понравилось, но я как-то отложил. Надо, может, сегодня досмотрю. «Первая пила пушка». Ну, ну так, на любителя. Из ужастиков мне, ну не знаю, он не особо ужастиком, а, считаю, «Мгла» охуенный. «Мгла» вообще бомба. Но он как бы не ужастик, это больше триллер. Вот. Что еще из ужастиков? Ну, 14.03 довольно стрёмное дерьмо. Я помню, я в детстве смотрел, как бы, ну, как бы я даже там местами звук включал, ночью один смотрел эту хуйню. «Законопослушный гражданин» смотрел, брат. Брат, ну, как ты можешь меня не спрашивать, ты смотрел, я-то можешь спросить, как? Я говорю, я все смотрел, брат. Ну, как бы я знаю кино. «Синистер» смотрел, ну так что-то. Что за накинешь? Да там, брат, это просто... Не знаю, может, это... там может есть кросс, а может нет. Я, может, просто на зиму убрал, может, это хуй знает. «Карантин» смотрел, да, да. Книги читаю, да, вот стараюсь поднажать сейчас по книгам побольше. «Ганнибал», да, по-моему, смотрел до конца. Ну, как бы, да, это, блядь, вторая часть этого. Там этот еще в кресле обоженный или какого там, блядь.
Рок-н-ролльщик смотрел. И вот, кстати, я вам сегодня уже говорил про сериал «Прислуга в доме». Там главную роль чувака как раз играет рок-н-ролль. Я сначала смотрю, думаю, ебало знакомое. Помните, в рок-н-ролльщика такой лютый чувак, там все плохо, а тут он такой супер приличный, там рецепты изобретает с бородой. Ну, сложно было узнать. И, кстати, сегодня этот смотрел он, когда «Видеть». И там этот, ну, если кто не смотрел, может, помните, этот «Ведьма Лов». Я все думаю, блядь, откуда я его видел? И мне кажется, что, блядь, это тот же чувак, который, помните, в «Маске» играл плохого чувака. Такой, насастый, черненький. Походу, это он был. Ебать, я вот сегодня пытался почитать, ну, 30 лет прошло. Ну, «Богемская рапсодия» — это мюзикл, типа. Ну, братан, чекаю, вот. Ну, что по делу, как пишет. Девчонкам могу посоветовать фильм. Ну, хотя нет, каким нахуй девчонкам. Это такой фильм. Ну, для всех тоже. Как Лондон, Лондон называется. Просто ты про Амстердам сказал. Лондон. Там с этим, со Стэтхэмом. Это что-то вроде наркокомедии. Там Стэтхэм играет кокаинового барыгу. И как бы там такую лютую хуйню исполняет. А Лондон очень, очень лютый фильм. Казино, да, вот, бля, вот сегодня говорил три любимых фильма. Казино там по-любому, брат. Казино один из моих самых любимых фильмов. Форсаж не такой не очень люблю. Все, короче, я пойду, да, наверное, что-нибудь тоже пока подготовлю, посмотрю пока. Всем респект там. Советую фильмы какие-нибудь там посмотрите из тех, что я вам советую, не обломайтесь. Всем респект, ебой! Буриме, отправляйся вдаль в письме, нацарапанное.